Радіо НВ. На радіо НВ. Двадцять п'ята хвилина по 9-й. Новий ранок на радіо НВ. І зараз у нас буде важлива інвестиційна тема, бо йтиметься нам про привабливість країни, про інвестиційну привабливість і про те, що таке ринок смарт-інвестицій в Україні. смарт інвестиції вони в основному пов'язані з it технологіями Ми всі знаємо, що Україна дуже потужна в АІТшному сенсі держава. І в нашій студії сьогодні Максим Слободінюк, радник міністра цифрової трансформації України. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перша частина, що воно таке взагалі смарт-інвестиції, і чому українські громадяни, а у нас розумна аудиторія, яка в тому числі активна в економічному плані. Чому про це варто думати? Що це таке? Спасибо большое, что пригласили. Я думаю, что смарт-инвестиция уже не новое слово. А воспринимать это следует не то, как деньги брать у умных людей, а прежде всего у людей, которые будут не просто пассажирами на заднем сидении автомобиля, если они дали деньги, а будут активно участвовать всемерно, В розвитку бізнесу, в которое вони вкладаються. соответственно, смарт-інвестиція це про додавну цінність, яка йде вместе з деньгами, і вона, як правило, донати в пріоритеті. А до, до додатня вартість, оця що це мається на увазі? Це залучення до ідеї, ну там, грубо кажучи, небайдужість в тому процесі, коли ти не просто прибуток рахуєш, але й розумієш процес чи про яку додатню вартість ідеться. Ну, вообще говоря, для меня, если я смотрю на компании, а я представляю там Family Office, да, mm -hmm. если я смотрю на компании, которые имеют большой потенциал, но уперлись в какой-то потолок, это первые мои, там, скажем, компании, на которые я смотрю, да. Mm -hmm. а вторые компании, на которые я смотрю, это компании, которые быстро растут настолько быстро, что у них не хватает кэша, потому что у них положительная юнит-экономика. С другой стороны, у них есть определенные челленджи, вызовы, которые связаны, например, с выходом на новые рынки. И в данном случае, так как у меня есть опыт в развитии и, там, международных компаний, да, я построил там несколько международных компаний, то в данном случае я просто беру свою экспертизу и не даю натворить ошибок какими-то советами, да бог, бог знает чем, от того, что я привожу новых партнеров, позволяю им договориться быстрее там, с теми, с кем очень трудно договариваться, научиться договариваться там, за месяц, за два, это там корпорации Facebook, Google и так далее. В общем, всемерно помогая компании, которая растет, делать ей масштабування. ну соответственно, вот это вот одна из цілей смарт-інвестора. Смарт-інвестор приносить не лише гроші, а й свою експертизу. І відповідно, а чи це рахується якось потім, що що ви, наприклад, витратили? Ну я не знаю, ви вклали 100 одиниць грошових, ну там 100 гривень, да, і витратили 100 годин свого часу, який у вас зазвичай оплачується з такою-то сумою. Тому відповідно, ваша інвестиція склала 100 гривень плюс 100 одиниць часу. Коротше, як конвертувати це в гроші, скажімо так? и четырёба, дурачи. Ну, вообще, вообще говоря, э, это, это хороший вопрос. Он, как правило, э, не считается. Но скажу сразу, за хорошими смарт инвесторами стоит очередь. Почему? Потому что с одной стороны, это вот хорошая аналогия, когда-то мне привели. Мне она очень понравилась. Вот э, мы же все гоняемся за классными компаниями, которые нужно проинвестировать. да. И то же самое с классной компанией. Они имеют Возможность взять у разных людей, частных лиц, например, у компаний, институционалов, в зависимости от их масштаба там, бизнеса и так далее, деньги. Соответственно, вот классные компании и как классные инвесторы, смарт-инвесторы, это как, простите за аналогию, унитаз. Он или занят, потому что у них, капи... ну, у них ограниченность есть, да? или полное того, что плохо пахнет. Mm -hmm. Соответственно, вот за вот, за, за вот эту борьбу... Как правило, идет очередь там, в тех, кто за это борется. Да? Соответственно, вот, э, отвечая там, на ваш вопрос, э, я так понимаю, что важно да, для компании в э, Smart Investor, в том, э, важность, мне кажется, полагается в том, что у Smart Investor должен сохраняться фокус. То есть он не может теоретически и практически помогать 10 компаниям. Согласны? Ну, то, то это, про что я говорил. Это не просто намагание сидеть и утримывать и прибуток, а залученесь в э, процесс Активное участие, mm -hmm. возможно, лишь в том случае, если у тебя есть фокус. И, соответственно, вот смарт-инвестициями не может заниматься каждый инвестор. Потому что вот у меня, например, путь был определенный к смарт инвестициям, и он длился там порядка 6 лет. Я пробовал различные модели и понял, что заниматься бизнесом и инвестировать это путь там по стратегии pray. посевай и молись если там вдруг что зайдет. какой рекуп у этого наверное минимальный или максимум в ноль. если говорить о том, что ты начинаешь инвестировать, но тебя к примеру, операционный бизнес, и он тебя поглощает с утра до вечера. Да? Соответственно, здесь твое влияние на операционный бизнес и на инвестиции тоже получается расфокусированным. В данном случае я нахожусь вне операционной деятельности. Я могу сфокусироваться над теми компаниями, которые я инвестирую. И, соответственно, помогать жить их задачами, проблемами и челленджами. Ну и, соответственно, там, привлекать какие-то дополнительные рычаги, дополнительных партнеров, mm -hmm. которые мне там, это проще сделать, чем фаундерам этих компаний. А каким чином, до речи, провести вот эту демаркационную линию? Коли з одного боку, ви не в операційній діяльності, з іншого боку, ви все ж таки залучені. Ну, я не знаю, це продукування ідей, чи продукування а, чи напрацювання контактів. Як сказати, отут я не в системі, я інвестую, але я типу долучений, але не в системі. От як це розділити, я поки що не зрозумів. На самом деле, здесь делить нужно, исходя из того, що нужна фаудеру. Угу. Ось тут мені кажуть, інвестор у нього позиція не навязать, Не принять решение или риск на себя забрав фаундера эту роль mm -hmm. а быть помощником плечом ну на четко ограниченных каких-то вещах например в моем случае там э, у меня хорошо получается э, например структурировать сделки да я знаю как э, компанию усилить какими-то стратегическими партнерствами. Вот я это знаю, и мы увидим, что, например, развитие какого-то канала дистрибуции у компании может занять полтора года. Я нахожу партнеров, структурирую партнерство вместе с компанией, которая я смарт-инвестор, так что у них этот дистрибуционный канал появляется через три месяца. И более того, мы пришли к тому, там, в Nikotech Family, что мы создаем вообще синергетический портфель, Свой, когда внутренняя компания помогает друг другу партнерствами и вместе зарабатывает. А мы, как э, стейкхолдеры, в. обоих там і трьох бізнесах ростемо вместе з ними. Вот така вот стратегія, которая мы... ну це пишемо. така модель холдингу виходить. Ну, ну, ну якщо конечно. різні компанії в одному в одній структурі, так В нашому випадку це так. Виходить щось схоже на модель холдингу про Україну, часто говорять як про країну, де дуже добре з IT, але не дуже добре з інституціями, а особливо з захистом там приватної власності, інтелектуальної власності. Настільки часто ви, як смарт інвестор, рекомендуєте своїм Своїм підопічним релокацію в іншу країну, чи перезапуск, переїзд в інші юрисдикції, тому що це досить розповсюджена практика, розповсюджена практика, і ми з таким стикаємося. А друга частина цього запитання: чи є вже ну, зміщення цього тренду в те, щоб залишатися в Україні? Я завжди вважав, що державна роль в розвитку бізнесу, а тим більше IT, й не та мішать. то, что происходит сейчас со стороны Минцифры и в частности там человека, который отвечает за э, взаимодействие с IT сектором, это выстроить диалог и сделать то, что называется при, принято называть касдевом. Давайте Надо... детальнейшую, что значит касдевом для ширшей аудитории. Окей, okay. да? это когда э, когда адаптируется продукт или идея или сервис под тех людей, под тех пользователей, которые его будут использовать. В данном mm -hmm. случае субъектом является IT-компания, продуктового аутсорсинное, неважно, и то правовое поле, которое будет для них организовано. Так вот, в данном случае, там, если посмотреть там, на 5 лет назад, то э, в Украине э, сложилось так, что, первое, э, не удосконалено э, законодательство. Mm -hmm. Например, IT-компания не может себе позволить уволить так, как там, это увольняется в Америке, в Германии. Mm -hmm. no, Соответственно, это... построили схемы с ФОПами. Um -hmm. да? Умовы э призначения и прописаны в 1971 году, когда про конечно, IT не чув. Конечно, и в, данном, <laughs> в данном случае, да, э к чему, э к чему говорить о том, что там, есть привабливые умовы или mm -hmm. нет. Инвестор... Особенно западный. Он привык к нормативам английского права. Uh -huh. Это прежде всего, в частности, защита миноритарных акционеров. Ну, акционеры только там в СНГ и экс-СНГ странах э, входят там с контрольным пакетом 50-51%. Весь мир уже пришел к тому, что нет смысла лишать фаундера какой то мотивация, выкупая у нее большой стейк. Мы тоже там предпочитаем не больше 25-30% забирать себе, когда мы входим к и так далее в компанию. Так вот, в данном случае, если говорить об украинской компании, то мы не защищены как, как акционеры. И на данный момент как раз титанические сдвиги идут с точки зрения там, представителей э, Минцифры и IT-отрасли, как сделать так, чтобы не сильно меняя обстановку, сделать так, чтобы компания переносили свои ревеню центра в Украину, штат легализировали в Украине вместо ФОП-схем. Но это в свое время должно быть выгоднее, нежели это делать, в, например, на Кипре, где есть IP-бокс. Сейчас главная задача Минцифры мы сейчас боремся уже не за ресурсы, не за таланты. Мы сейчас боремся за те компании, которые, скорее всего, не вернутся, но, возможно, вернут свою часть. Рівень у составляючі в Україну добре. А яким чином це ця е, боротьба? Скажімо, вона, вона є унікальною. Чому вона є унікальною? Тому що ну, коли ми говоримо про ці кзоти, про те, як змінюються умови праці, ну ви думаєте, для сантехніків кзот е, е, 71-го року це окей? Я думаю, ні. А для я нас дум... так само. Е, в чому тут унікальність саме it галузі? Поясніть. Ну смотрите, я в первих не експерт в в сантехніці. Ми так само, але просто унікальність в чому, так я думаю, что все идет от сверхцели. Uh -huh. Минцифра поставила себе сверхцель удвоить ВВП составляющую IT в общую ВВП, да, там на X2. Uh -huh. Они хотят 10 миллиардов. Это абсолютно, абсолютно логично и понятно, как это сделать. Вернуть ревеню центры и сделать так, чтобы новые ревеню центры компании были здесь. Как это сделать, достаточно понятно. И, и, сейчас, э э и сейчас там предлагают схемы Схемы абсолютно легальные, но абсолютно конкурентные с тем, чтобы открывать бизнес здесь, а, например, не на Кипре и не на, в Эстонии. Почему это, вы спрашиваете, уникально, у, уникальная история? А потому что в Украине это никогда не делалось. То есть все делалось на самотек. А когда что-то там изменялось, или шли какие-то контролирующие э, люди с собаками без приходили и проверяли бизнес, то, соответственно, народ начинал бушевать, особенно айтишники здесь с доступом. Вставал и конечно, уезжал. Конечно, Вставала и уезжал, да. Но никто не вел диалог. Ребята, ну смотри, мы, мы хотим жить в счастливой, там, успешной как Украине, да. Но для этого же надо играть по правилам, как и все. А все понимают, что они и так играют по правилам. Ну так Правила должны бути адаптовані. ну принаймні прописані. Давайте з цього почнемо. Конечно. Я нагадаю, Максим Слободянюк в нашій студії, радник міністра цифрової трансформації України. Ми говоримо, або ми відштовхнулися від смарт-інвестицій. Продовження після новин залишається з нами. Дев'ята година і 43 хвилини триває новий ранок на радіо НВ. Тут Олег Білецький та Павло Новіков. Ми закінчуємо о десятій. А після нас в студії з'явиться чарівна Леся Антипенко. у неї, звісно, і ідея про те, що треба декого поміняти у кабінеті міністрів. Принаймні, так вважає президент Зеленський новинки для авіаперевізників, які готує державна авіаслужба. А об 11-й дуже важливе інтерв'ю з бізнес-омбудсменом. Не пропустіть, ми ж продовжуємо свої своє інтерв'ю. Максим Свободінюк, радник міністра цифрової трансформації України в нашій студії, ми говорили про смарт-інвестиції, про те, що треба країні для того, щоб цей процес він був запущений. І ну, в принципі, Максим пояснив, що таке смарт-інвестиція, чим вона відрізняється від звичайної або типової суто фінансової суто -фінансової. Інвестиції, так. Так. це більше ніж просто гроші. Ну і з іншого боку, коли ми вже згадали про IT-галузь, то оця от історія з ГЗОТами, з працевлаштуванням, з легальним полем. деяльности. Окрим смены э, правил деяльности, официальных правил, э, в нас есть какие-то проблемы для того, чтобы и смарт-инвестиции зашли, и інвестиційна инвестиционная сами в IT-галузи, вона сбільшилась? Ну, я, я, я скажу за себя, потому что э, так как я не занимаюсь аналитикой в этом поле, но являюсь экспертом, потому что я сам к этому пришел, для того, чтобы заняться смарт-инвестициями, нужно пройти определенный путь. В моем случае это началось с того, что я построил там в 2006 году компанию, которая начала разрабатывать компьютерные игры. Мы до сегодняшнего момента создали более 400 продуктов с такими компаниями, как Disney, Electronic Arts, Rovio, в которые играет больше 1 миллиарда людей в мире. После этого я создал продуктовую компанию, которая за полтора года сделала там продукты. Мы вышли на японские рынки, американские, которая охватила 60 миллионов игроков. После этого мы начали экспериментировать с инвестициями, но занимаясь там своим бизнесом. В данном случае у нас не хватало фокуса и сконцентрированности на том, чтобы, ну, скажем так, то, что мы взращиваем, оно взращивалось качественно. И в большинстве случаев все наши проекты, которые мы начинали, и таких компаний, как мы, сейчас достаточно много, вот мы вложили в одну, во вторую, в третью компанию, а видим, что выхлопа нету. Почему нету? Потому что фокуса нету. Соответственно, в этот момент может прийти или разочарование, или здоровое, здоровый заряд, идти дальше и делать подвиги там, mm -hmm. и так далее. И вот только в 2016 году, когда я смог структурировать бизнесы таким образом, чтобы они работали без меня, а я мог сконцентрироваться на инвестициях, только в этом случае возможно заниматься смарт-инвестициями так, как это там требует надлежащий подход. Поэтому смарт-инвесторов нету в большинстве своем в Украине. Почему? Потому что, первое, э, они начинают стопориться и не продолжать э, после нескольких неудачных ошибок там, потерь денег и так далее, э, продолжать инвестировать да? они возвращаются в свою операционку. Вторые, когда выходят из операционки, начинают брать стратегию, которая работает отлично в Штатах, спрей прей Почему? Ну, потому что в Штатах создаются продукты, компании на местном рынке. Украинской компании на американском рынке трудно запустить успешный продукт, потому что она не чувствует так, как если бы она находилась там, не делает касдевы, о которых мы говорили, да. И в данном случае стратегия инвестировать, не помогая в украинские компании, она имеет меньше вот этот success rate, успешности, mm -hmm. шанс того, что эта инвестиция будет, если этим не заниматься. Поэтому я пришел к тому, что если компания инвестирует, то нужно ее прежде всего очень хорошо отбирать, чтобы здесь был и потенциал, и потенциал роста, и растущий рынок, и применение моих квалификаций, моих, моих экспертиз, базируясь на моем предыдущем опыте, для того, чтобы помочь этой компании. Есть компании, инвесторы, которые в Украине себя называют смарт-инвестициями, да, при этом говорят, что у нас там э, э, успешный опыт инвестора. Это не смарт-инвестиция, да? То, что у них успешный опыт, это там в венчурных инвестициях, это, там, грубо говоря, им повезло, потому что была какая-то э, сделка, был какой-то выход, IPO и так далее. Вот приведу пример. У меня не буду называть названия. У меня есть э, э, ребята, друзья мои, они сделали из 37 миллионов фонда за три года кэш он кэш 10 раз. Они заработали 370 миллионов долларов. Но это был один из фондов их. Второй фонд был минусовой. Что это значит? Да им повезло. Во втором случае, в первом случае не повезло. То вот означает, это реалии что, что нема, инвестиций. Нема правил, я, что такие высновок сделать. Нет, на самом, деле это, статистика. Mm -hmm. Понимаете? То есть можно попасть... инвестиции, а, а... в принципе такие, они что ты бу... можешь, да, конечно, знать, они что они оно... не можешь что будет Они высокорисковые, но дают очень высокий апсайд. Там можно вырасти и X100, и X200, и X300 отложенного. Но можно и потерять. И не зря существует статистика, что из 10 стартапов, которые на ранней стадии там инвестируются, причем эта статистика, замечу, справедлива для американского рынка. Mm -hmm. В украинском рынке, в СНГ рынке она намного ниже. Там не один из 10 выстреливали в это, а один из, там, не, не, мне, кажется, один из 50 из 100. Так? настолько выстреливать, что можно окупить У нас есть отличные истории, кстати. До речи, вот, чему выстреливают в Украине меньше? Это Те питання, яке ми трошки почали обговорювати ще в попередній частині, що тут сама по собі інфраструктура чи екосистема державна не дуже стимулює до того, щоб люди легше інвестували, легше ризикували. А відповідно ті, хто, хоч бачить успіх, вони. Вони релоковуються, вони переїжджають до інших країн. Чи можемо ми обговорити два варіанти, якими пішли дві колишні радянські країни, значить Казахстан? Вони запровадили правовий офшор для айтішників, що там буде оцінюватися, тобто спори там вирішуватимуться британцями. Тобто, ось, будь ласка, британська судова система, судовий офшор для айтішників. Інша частина білорусь, наші сусіди, коли це було ну персональним рішенням Олександра Григоровича Лукашенка, який сказав, що хто ми. Чіпатиме айтишника будет атата ну, але это це, ну очень це персонально, че треба Украине на щось подібне дивитися, чи нам треба каким-то еще шляхом он нам инвесторы не обещали, например, ну я считаю что в Украине абсолютно точно должен быть свой путь, однозначно он должен поддерживать некую гигиену для инвесторов важно решение, конечно же, английского права, но если посмотреть на наших белорусских соседей, то я замечу одну историю. Во-первых, президент их не настоял на том, чтобы был ПВТ-2.0, это парк высоких технологий. А перед этим он садил айтишников, если что-то, на год и, и так далее. Да? И после этого, когда не находилось фактов их продолжать там, сажать, конечно же, нужны были какие-то радикальные меры. И те люди, которые там посидели немного, и среди них есть мой хороший знакомый, да, они стали инициатором этого ПВТ-2.0, потому что правоохранительные органы недопонимали того схематоза, который они считали схематозом, а на самом деле это просто структурирование компаний, сделок и так далее. Они считали это правонарушением, фиктивным mm. предпринимательством и так далее. Это все, конечно же, чушь. Но это нужно было объяснить батьке. Соответственно, ему объяснили, и после этого началась определенная процедура. То, как это сейчас в Украине, она сейчас, к сожалению, так как ну, министерство цифровых трансформаций организовалось не так давно, оно сейчас имеет вызов делать все то же самое, только быстрее и по своему собственному пути. Я уверен, что с теми профессионалами, которые сейчас там, это будет качественно, это будет быстро. И по тому принципу, по которому сейчас построен диалог через там так называемый advisory board, да, вот у нас есть э, сообщество, там 300 крупнейших э, айтишников, представителей продуктовых и айти-компаний, там, которые когда-то организовал, да, вот оно постоянно получает обратную связь, корректирует, корректирует связи, и нет такого, что э, будет там пятая группа или шестая группа, и она будет заменой всем. Нет, это будет альтернатива. Пусть каждый посчитает, что для него будет там Основополагаючим, правильно чи неправильно, як йому буде вигідно чи не вигодне роботи. Поэтому це все через АБТ, як да? ставляться і сравнювати з еталоном. Вот точно так же я вважаю, должно бути і здійснення. Те, про що зараз комунікуєте, давайте якісь такі, ну я не знаю, практичні кейси розберемо, тому що якщо це треба робити. За, а, з точки зору розуміння за білоруським прикладом, ми не говоримо про посадки, та, але в швидших темпах, те, що я почув, ну, то давайте якісь кейси розберемо. Про що зараз комунікуєте? Маски шоу стоп 3 ми вже обговорювали угу. цей законопроект і взагалі саме розуміння, тому що ну я бачив багато випадків, коли саме українські правоохоронці теж часто від нерозуміння, або те через те звідки в них ростуть руки, вони скоріше шкодять айтішним бізнесам аніж допомагають і аніж ловлять злочинців. А что бы вы хотели, чтобы я про прокомментировал? Тут было три вопроса. Ну, почнемо, наверное, с того, властно, над чем працюєте, с чем коммуникует. И хотя у тебя история про маски шоу ⁇ Стоп-3 ⁇ це же как раз сейчас ты нам уже фактично. Ну, смотрите, про что коммуницира. Ну, прежде всего, нужно найти альтернативу IP-боксу, который есть в Кипре. На Кипре он... IP-бокс, что это такое? Это э, льготный режим. Существование компаний, когда они, по сути, экономят на налогообложение, потому что они зарабатывают на своем интеллектуальном труде. IP. Intellectual property. Так вот, в Украине этого аналога нет. И не было. И, соответственно, все ринулись на Кипр. Не для того, чтобы избавиться или минимизировать налогообложение здесь, да, не для того, чтобы там каким-то образом навредить закону или навредить экосистеме. Нет, потому что там помимо экосистемы, точнее, помимо льготного режима, еще есть защита английского права. В данном случае это есть вызов для того, чтобы здесь это сделать. Пока это не будет сделано, не будут у нас развиваться такими темпами, то, что развивается там в Америке, на Кипре, несмотря на то, на какой рынок, Настроєна там дистрибуція компанії, там продуктова ля аутсорсингова? Я ответив на ваш вопрос. Ну так, але е, е, наскільки готові зараз, тобто, як саме з чим ви виходите, окей, це я почув. Е, як на це вам відповідають і чи готові дійсно вдаватися до цього британського або англійського права? Е, що на тому боці? Який зв'язок? З боку влади мається <гум> на увазі? Ага, з боку влади. Ну е, з боку влади, во-первых, є. открытый интерес и понимание, как к этому подойти. Потому что в Минцифру, а именно на замминистра, который занимается сейчас этими вопросами, именно с IT, пришел человек, который построил не одну компанию, в том числе аутсорсинговую и продуктовую, построил не один фонд и инвестировал не один десяток компаний. И он, как никто, понимает, что с этим нужно делать. Поэтому мне очень просто общаться и быть адвайзером в, в Минцифре, потому что там люди, которые мыслят теми же категориями, что и я. Они туда пришли не зарабатывать, они пришли за тем, чтобы те активы, которые сгенерировались в Украине за счет интеллектуального труда здесь, они через пять лет не дисконтировались. Потому что если все пустить на самотек как, так, как сейчас, то поверьте мне, там, через пять лет останется максимум один аутсорсинг, все продуктовики уедут. И если сюда не создать экосистему, чтобы пришли инвесторы, этого ничего не будет. И те активы, которые были созданы, они дисконтируются. Они будут стоить в два, в три раза меньше. Как, собственно, там большинство активов, которые из реального сектора. Естонський досвід про цифрове громадянство і залучення людей, у яких є мізки, оця інтелектуальна власність і інтелектуальний потенціал, та щоб зробити їм якісь специфічні умови. Чи розглядається такий шлях зараз для України і чи він потрібен, чи ми вже не переплюнемо цифрову Естонію в цій частині? Це класна тема. Мені вона дуже подобається. Я вважаю, що. Мы уже и можем, и должны бороться не только за э, то, чтобы наши IT-таланты не уезжали из страны, а в том числе они приезжали сюда. Почему? Потому что в Украине на самом деле очень комфортно. В Киеве, вот я живу, здесь отличная еда, отличные рестораны, отличные цены на офисы, отличная, отличная инфраструктура, супер интернет. Да, может быть и лучше. Но в отличие от других стран, это здесь просто супер... условия считаю поэтому я считаю что что вот это цифровое громадянство, оно точно будет, но оно будет не таким, как в Эстонии. Почему? Потому что в Эстонии они к этому шли 10 лет. У нас есть вызов сделать это там в течение полгода, года максимум. Поэтому точно будет лучше, точно будет основана на их опыте. Вот я был в одной из делегаций с нашим президентом, с вице-премьером -вице Федоровым в Эстонии, и мы как раз были у компаний, которые разрабатывали вот эту систему. Они готовы делиться опытом, а мы готовы этот опыт... Із і удосконалювати далі. Ну що ж, дякую за розмову. Дякую, що поділилися в тому числі оптимістичними планами. Максим Слободінюк, радник міністра цифрової трансформації України, був у нашій студії. Говорили про смарт-інвестиції, про розвиток it сектору і про те, що йому заважає, чи може допомогти в Україні. Про що будемо говорити з понеділка? Це ми самі поки що не знаємо, але напевне знаємо, що попереду вихідні. Новий ранок п'ятниці завершено. Ваші нові ковбілецький понеділок, сьомо десятими тут. Радио НВ.